Я вітаю всіх прихильників спорту, з вами Дмитро Тимохін, і сьогодні з вами проект «Академія спорту» на нашому телеканалі. Сьогодні будемо розмовляти з легендою нашого вітчизняного вітрильного спорту Валерієм Георгійовичем Гусенко, який є заслуженим тренером України, майстром спорту міжнародного класу Радянського Союзу і України, і, безумовно, з ним буде цікаво дізнатися про його спортивну долю і спортивну кар'єру. Я вас вітаю, Валерію. Дуже приємно з вами спілкуватися ось на цій чудовій акваторії, як клубу «Січ», де ви зараз працюєте, але до цього у вас дуже багата спортивна історія, тренерська, спортивна, як спортсмена, як тренера. Як це починалося для вас саме у вітрильному спорті? І коли? Це було так давно, десь 1960 рік. А ми попросимо вас все ж таки згадати цю подію. Я жив на вулиці Овражній, це в районі канатної дороги, займався плаванням. У нас був сусід, тренер по плаванню Володимир Іванович Карауш. Тільки закінчив технікум фізкультури і всіх пацанів з вулиці пригласив тренувати плавання. І в один із прекрасних днів дув вітер хороший, ми на «Спартаке» це все проходило на водній станції. Прохожу мимо локомотива, домой йду, і мені взрослі ребята говорять: «Хочеш на яхте прокатиться?» Я говорю: «Та я ж не вмію». «Та йди сюди, садись». Я говорю: «Та ні, вони еле мене уговорили, ногою оттолкнули від бона. Я говорю: «До Комсомольського острова дойдеш і обратно, значить будеш парусом займатися». От так я почав займатися парусним спортом. А хто були ці чоловіки? Ви їх знали чи ні? Це були взрослі ребята. Це були ребята з вулиці, ну, з моєї же вулиці. Тобто ви їх знали? Так, да, я їх знав прекрасно. Тільки вони були на 4-5 років старше мене. Уже давно займалися парусним спортом. І взагалі були традиції в парусі. Був начальник водної станції «Локомотив», і він же був тренером по парусному спорту Федор Михайлович Олейников. Була 10-метрова вишка там, і висіла ринда. Цю ринду, і лежав молоток. І ніхто не мав права без його відома трогати ринду цю. Він, коли виходив, дув вітер, він бив молотком об цю ринду, і всі яхти, які були, а їх було тут дуже багато яхт, все було в білих парусах. Все сходились к нему, знали, что это сейчас будет старт. И вот он давал старт там 10-минутный и говорит: вот черный буй под Гресом и обратно. И кто первый придет там на финиш обратно. Вот такие были интересные. Начало интересное для меня было. А вы полюбили цей вид спорту одразу? Да, я любил спортом заниматься. Ну, как все мальчишки, пытался велосипедом заниматься на детской спортивной станции ДЮСШ. Была секция по велоспорту, а у меня не было велосипеда. Я подошел к тренеру и говорю: так и так, я хочу заняться велосипедом. Он говорит: ну бери свой велосипед и приходи. Я говорю: у меня нет велосипеда. Ну тогда не приходи. Вот так и получилось. А за що ви полюбили вітрильний спорт? Взагалі можна сказати? Ось ви були дитиною ще. За що полюбили? Я вам скажу, Дмитрий, так, у меня дедушка был боцманом на корабле. Отец был тоже морским человеком, служил на флоте и во время войны был этим самым комендантом Керченской протоки, парома был. И оно как-то пошло, что мы все вот так. Десь це було заложено генетично, так? Да, да, да. Ваша... У меня же брат тоже парусным спортом, и дети с парусным спортом занимаются, как бы уже традиция. Так. Які були ваші перші успіхи от у дитячому, юнацькому віці? Ну, перший раз я поїхав в 61-му году в город Нікополь на чемпіонат України серед юношей. Там я зайняв 4-е місце. Це була така яхта класу М. Це екіпаж 3 чоловіка, большая яхта. А я був ростом маленьким. У мене були шкотові на 2 роки старше мене. Вот, это был Саша Мороз и Сергей Прокопенко. Мы там заняли 4-е место. И на следующий год в Запорожье чемпионат Украины в 62-м году. И я там занимаю 1-е место. Это первая моя вот такая, ну, победа. Победа, так, да, на чемпионате Украины. После этого я еще был 15 раз чемпионом Украины. І так далі, і так далі. 15 разів чемпіон України. За рахунок чого? За рахунок, ну, безумовно, тут без таланту нічого не виграє, щоб це безумовно. Але ж це велика праця, та напевно, і витривалість. Діло навіть не в таланті. А в чому? Діло в трудолюбі і желанні. Чого не вистачає сьогодні молодим спортсменам?
Вот эти комп'ютери, ігрушки, ці телефони, воно так відвлікає дітей. Але це такий час у нас. Я вижу, смотрюся по деткам, які у нас тут займаються. У нас же тут два відділення. Відділення детсько-юношеської спортивної школи городського комітету і школа відділення школи вищого спортивного мастерства знаходиться. Раніше ми знаходились на Комсомольському острові, де, ви знаєте, знаходиться школа вищого спортивного мастерства. У нас там були всі створені умови. Прекрасная база там, все. Ну, единственный недостаток нам, для гребцов хорошо, а для парусников плохо. Нам нужно полчаса выходить с этой протоки, потому что остров закрывает и берег парка Шевченко. И полчаса заходить. Мы теряли один час для того, чтобы только выйти и зайти. Здесь, как вы видите, вышел 3 минуты и уже открытый Днепр. И мы это время можем потратить на тренировочный процесс. Якщо повернутися до тих часів, все ж таки, ось така ваша гегемонія у, я так розумію, у класі Летучий Голландець, да, правильно? Летучий Голландець, так, да. Чому цей клас був? Я скажу, дело в тому, що у мене був тренер Євгеній Калина, Євгеній Іванович. Він виступав на класі М, я у нього як послідователь був. Он выступал на классе М, он в 60-м году стал чемпионом Советского Союза и пересел на летучий голландец потом. Почему? Потому что летучий голландец – это международный олимпийский класс был. А класс М – это международный класс, и он гонялся только в пределах Советского Союза. И там два человека экипаж. И получилось чисто случайно, в 63-м году в Черкассах был чемпионат Украины, и я поехал на классе М, и в первой гонке у меня ломается мачта. А на летучем голландце был Юра Аверин, а у него Шкотовый поступал в училище в летное в Харькове, и он не смог приехать. И Калина говорит, пересаживайся на летучий голландец и продолжай гоняться на летучем голландце. Я тогда занял без одной гонки второе место среди юношей на чемпионате Украины в летучем голландце. И после этого начал заниматься, тренироваться и гоняться в классе летучий голландец. Який пам'ятаєте свій найбільший успіх у чемпіонатах ще Радянського Союзу? І взагалі, що, можливо, для вас якась є гонка, можливо, дві найпам'ятливіші такі? Я вам скажу, я ні одного разу не був чемпіоном Совєтського Союзу. Вот-вот-вот і не вийшло. Получилось так, что я 6 раз выиграл Кубок СССР и был 6 раз вторым на чемпионате Советского Союза. Один раз был третьим. И в Таллине в 79-м году на Спартакиаде народов СССР, в 75-м на Спартакиаде народов СССР, шестая гонка была, дуло так, что просто там туман, сильный ветер, 9 баллов ветер был. Мы когда в Шкоте, у меня был Николай Прасова. Мы когда вышли на первый знак, я не видел, я первый или я последний. Просто никого не было. То есть классичный был сильный шторм? Да, очень сильный был ветер. Мы прошли дистанцию, а дистанция у нас была треугольник, петля и прямая. Я думал, когда подходил к судейскому судну после треугольника, я думал, что повесят флаг, будет сокращенная дистанция. А сокращенной дистанции нет. Ну, пошли дальше. Когда мы финишировали, нам все аплодировали, а мы не знали, мы первые или какие там. Нам главный судья и все судьи, которые были на корабле, на судейском, нам все аплодировали. Мы так и не поняли, почему и так далее. Потом мы, когда убрали паруса, оставили маленький треугольник паруса из такселя, так это передний парус. Вот, и мой Шкотов висел на трапеции за бортом, так дуло. Мы когда в бухту влетели в Таллине, у меня спрашивают, ты сошел с дистанции или нет? Я говорю, вроде аплодировали, вроде первым пришел. Пошли в Пирита, покушали, там, пообедали, приходим. Через полчаса залетает мой тренер Калина, он уже в Беларуси, за Беларусь сейчас гонялся и работал там тренером. У Калины спрашивают, Женя, ты сошел? Он говорит, я первый. Они говорят, Гусь уже пообедал и пришел. Он говорит, не может быть. Так я ни разу не перевернулся. А он 3 раза переворачивался и под одним маленьким парусом финишировал. Тут бывают такие небезопасные ситуации в парусном спорте, так? Ну, я вообще любил сильный ветер. Я закончил технику физкультуры. Физически был крепкий. И любил заниматься общими физическими упражнениями. И мне это давало плюс
в сильный ветер. Я вообще любил сильный ветер. Я много тренировался. Я тренировался с утра до вечера на Днепре. Как только ветерок, я сразу же выходил. И без обеда. И мы ходили и за Любимовку, и обратно. И мне это очень нравилось. И это мне потом помогло в дальнейшем. Ви виступали на міжнародних змаганнях як спортсмен у ті часи? Да. Я участвовал. Первые соревнования у меня были, это Варна была, Болгария. Затем у меня так в жизни сложилось, я когда служил в Севастополе, я служил в спортивной роте в Севастополе. И так получилось, в 68 году у Леонтьева, это потом будущий мой соперник, у него не было Шкотова. А так как я военнослужащий, мне приказали с ним поехать в Германию на Варнемюндскую регату. И я был у него Шкотов. Мы там заняли второе место с ним. И после этого я многому научился, я вообще старался подсматривать у других, у сильнейших, и учился, как управлять лодкой, парусами как управлять, как стартовать, как знаки огибать и так далее. И после этого я был у него очень серьезным конкурентом. И в 1974 году мы с Прасула выиграли отбор на чемпионат мира в Англии. Это в Сочи было. Я выиграл без последней гонки. У нас 7 гонок. Вот я по 6 гонкам, уже мне можно было последнюю не ходить. Мы выиграли отбор, как москвичи, военморы. Они, у них команда большая. И они приехали мы в Севастополь. Нам мне сказали, что в Сочи это был уже не отбор на чемпионат мира, будет в Севастополе. И в Севастополе мы с Леонтьевым боролись, потому что все остальные были для нас не конкуренты. И дул хороший ветер. Гонку он выиграет, гонку я. Гонку он, гонку я. И получилось так, что в итоге последний день я выигрываю гонку, едем на чемпионат мира. А для того, чтобы поехать было на чемпионат мира, у меня лодка была советского производства. Мне построили в Ленинграде. Очень хорошая лодка, с красного дерева была сделана. И она была, не хуже импортных. До нее нужно было за лодку, нужно было платить 12 голландских гульденов. Но так как в Советском Союзе не нашлось, или специально не платили, чтобы я не поехал, мне пришлось лодку брать у белорусов. Мне дали эту лодку. Хотя там тоже были всякие нюансы, то даем, то не даем, то возьми нашего Шкотова. А если я с этим парнем выиграл, как я мог его предать и без него ехать? Короче говоря, мы поехали с ним, это было в Веймуте, в Англии, и там был такой интересный случай, когда было открытие, мы же привыкли как на открытие, а в август месяц, духотища, кошмар, нужно же было как, идти же на открытие парада, галстук, пиджак одевать и так далее, приходим туда, открытие на пляже, все в коротких рубашках, там пришли тогда, как эти самые. Ну и там выходит... Тобто было все більш демократично. Да, да. Приходит какой-то мужичок, а там двухэтажное здание, деревянный балкон. И выходит какой-то мужичок невысокого роста, седой такой. И вся толпа там аплодирует, что-то кричат. Ну, а мы же английского не знаем. Все кричат и хлопают. Ну, и мы хлопаем. Потом, после этого его обращения, он приветствовал там и так далее. И... Пошли, мэр города и супруга пригласили всех участников чемпионата, пригласили на банкет, а кафе такое, как ресторан, такой, как у нас поплавок, находится на берегу, в воде так, а там приливы-отливы большие. Ну и мы же приходим туда, как все, и заходит этот же мужичок и объявляет, президент Федерации парусного спорта Великобритании Эдвард Хит. Это бывший премьер Великобритании. Мы же не знали, это потом мы уже узнали. И у нас тогда только-только начали налаживаться межправительственные отношения между Англией и Советским Союзом. И вот сколько было там участников, он берет рюмку вина, фужер, и подходит. Мы сидели стол, там 30 человек, шведы, немцы, там поляки. И он приветствует меня и говорит, я очень рад о том, что, несмотря на наши политические отношения, что экипаж из Советского Союза прибыл на чемпионат мира и так далее, подошел со мной, чокнулся этим фужером вина. Это была памятная встреча. Это было очень приятно так.
Вот. І ми там із колодок зайняли 21 місце. Взагалі, ви дуже багато мандрували у спортивному сенсі, безумовно. Бачили розвиток повітряного спорту і в Європі, і у світі, і тоді у нас. Як це було? На якому рівні був повітряний спорт тоді? Я вам скажу так. Ми були професіоналами, ми були всі на зарплатах. У нас були по 20 днів збори. Ми півгода жили в Сочі, потім в Севастополі, в Таліні. Тобто є дає умови, так? Да, да. А весь мир были любителями. Сегодня все поменялось. Сегодня мы любители, а они профессионалы. Все там поставлено на государственный уровень в связи с Олимпийскими играми. И 4 года спортсмены готовятся. И это цель каждого спортсмена – достичь самых высоких достижений. Поэтому сегодня весь мир готовится профессионально. Я думаю, що ви це зрозуміли, особливо тоді, коли прийшли вже на тренерську роботу працювати, да, так? Да, а да. Коли це було? Я закінчив у 80-му році, я виграв відбір на Олімпійські ігри в Талін. У 79-му році я на предолімпійській неділі був третім, де участвувало 6 чемпіонів світу, 2 олімпійських чемпіона. Вони мені всі проіграли. Я проіграв тільки у ГДРовцю Штайнгросу. І проіграв французу Бує. А будущий олімпійський чемпіон 80-го року, іспанець Абаскал, був п'ятим після мене. Ну, в зв'язку з тим, що москвичі так вирішили, на тренерському совєті сказали, Леонтьєв більш опитний, а Гусенко у нього тут все виграє, поїде на олімпійські ігри Леонтьєв. Кстати, у Леонтьєва був мій Шкотовий Валерій Зубанов. В 1972 году он занял 6-е место с Леонтьевым в Мюнхене, в Киле. Я получил за него звание заслуженного тренера Украины. Был самый молодой заслуженный тренер среди всех видов спорта. Мне было 25 лет. А коли ви ще, можливо, самый молодой мастер спорта международного класса? Нет. Чи ні? Я мастером спорта международного класса стал в 1979 году. То есть, на предолимпийской неделе. Так получилось. Так це якийсь парадокс. Як спортсмен отримали майстра спорту міжнародного класу звання пізніше, ніж заслужений тренера. Так получилось. Я навіть раніше не оформляв ніяких документів. Мені подзвонили з Києва, говорять, прийшли фотографію, тебе присвоїли заслужений тренер. Ну це якийсь унікальний случай, напевно, в нашому спортивному світі. У мене номер удостоверення 517. Було прикро, що ви не потрапили на Олімпійські ігри? Звісно, було обідно. Після цього я поїхав в Сочі, там була Чорноморська регата, і зі мною був ректор Інституту фізкультури Віктор Павлович Шаповалов, який предложив мені працювати в інституті. Я говорю, я під тебе відкрию відділення парусного спорту, я бачу, у нас сильні ребята в Україні, парусники, а відділення нет, поэтому давай возглавишь, я для тебя, ну, сделаю все. Он создал все необходимые условия. Валерій, про вашу тренерську роботу, про майбутні плани Валерія Гусенка, про його бачення парусного спорту ми поговоримо у наступній нашій програмі. На сьогодні це все. З вами був Дмитро Тимохін, програма «Академія спорту». Всього найкращого. Бережіть себе.